На Васильевском острове чествовали юных мастеров слова. В Доме детского творчества на 9-й линии прошел финальный этап Всероссийского фестиваля детской телевизионной журналистики «Телестарт». Всего на конкурс было подано более 200 заявок. Их авторы – воспитанники дворцов творчества из разных городов – Петербурга, Москвы, Томска, Оренбурга. Финалисты представили на суд жюри по 3 работы в 6 номинациях. Репортаж с места события, сюжет, интервью, публицистика. С каждым годом работы участников удивляют все больше, говорят организаторы фестиваля. Единственное, что, наверное, немножечко печалит, очень много работ, где видно, что не дети сами их выполняли, а за них это все делали взрослые. А хотелось бы, чтобы все-таки творили дети, потому что телестарт – это для детей. Ученица 235-й школы Настя Евстигнеева представила на конкурс репортаж о зимнем Петербурге. В своем материале автор рассказывает о новогодних украшениях и людях, которые создают эту красоту. Самое трудное в создании сюжета – это собраться и сказать свой текст, потому что ты так волнуешься, с непривычки, что тебя снимает камера, и поэтому нужно взять себя в руки и сказать все так, чтобы люди, которые будут смотреть, поняли, что ты это пережил. В этом году фестиваль проходил в 4-й раз. Изначально это был районный конкурс, но за короткий срок он вырос до всероссийского уровня. Организаторы говорят, телестарт – хорошая возможность с юности освоить интересную профессию. Кроме того, в рамках фестиваля можно пообщаться с известными журналистами и принять участие в различных мастер-классах. Победителю в качестве награды предоставят эфирное время на одном из федеральных каналов.